Привет-привет! Алиса и Егор продолжают украшать нашу квартиру. Это сюда? Да, сюда. И что они сейчас наряжают? Входную дверь украшают, наряжают. Это сюда? Да, сюда. Вешай куда. Так, что еще? Или Алиса уже все не достает? Егор только остались игрушки, да? Все наукрашали, да? Ну-ка посмотрим, что тут получилось. О, какая красота получилась. Так. Ну пойдемте посмотрим, какой зал у нас наряженный получился. Какая тут елочка горит красивая. Ну, звезда там. Смотри! Смотри, папа! Ой, какие тут игрушки. А тут елочка, пипка пахнет. Папа, так, что, что смотреть? Ну-ка, что вы тут приготовили? А-а-а! Новогоднее блюдо. Кто банан уже съел? Я. Кто банан съел и не доел? Это Алиса, что ли, не доела банан? Ай-яй-яй, до Нового года не дотерпела, да? Вот у нас тут тоже как украсили Егор с Алисой телевизор, чтобы мультики и сказки было красиво смотреть. Ну-ка, пойдемте посмотрим вашу комнату. Как вы там нарядили? Ну-ка, Алиса, показывай вашу комнату, как вы нарядили. Пойдем посмотрим. Ой, какая красивая елочка. А Алиса тут спряталась, Алисы нету. Нету Алисы. Красивая елочка какая горит тут. А? У Алисы с Егором. Так, и что тут? О, еще вот что тут горит. Елочка мигает. Красота-то какая. Здорово. Здорово квартиру Егор с Алисой нарядили, да? Угу. Скоро будем встречать Новый год? Да, мы будем его встречать уже... Сейчас сколько времени? Сейчас сколько времени? Ну, где-то около 13 часов дня. Обед уже. Через 9 часов мы будем его Через 9 часов? Да. Ну, хорошо. Ладно. Тогда до встречи Нового года. Пока-пока. До свидания.